Я в детстве выбираю ручку. Мои родители в 23. Давай купим дом. Я в 28. Я купил молоко по акции, не завидуйте. Я, господи, дай знак, какой смысл моего существования? Кто я? Знак. Ты мясо, мясо в лаваше. Капец, спасибо, блин. Зумеры изобрели козу. Микрокиркорова это... Микрокорова. Микрокорова это официально самое милое, что я видела сегодня. Микрокиркоров, блин. Когда он твой парень? Когда он твой бывший? Кто пишет, когда поженились? Купила Джек Рассела на Авито. Ожидание? Реальность. Я их спросил, не мошенники ли они. Они ответили, что нет, не мошенники. Во многих японских туалетах раковина для мытья рук прикреплена так, чтобы вы могли вымыть руки и повторно использовать воду для следующего смыва. Так, Япония экономит миллионы литров воды каждый год. Кто пишет, а я не мою руки после толчка и писю в раковину, что позволяет экономить даже больше, чем японцы. Как взломать мир? А, понятно. Надо было клавиатуру подключить, что ты там мышкой сделаешь? Добрая бабушка. Когда мне было 6 лет, застряли с бабушкой в лифте. Света нет, я в панике, клаустрофобия, но двери внезапно открылись на 5-м этаже, а мы жили на 6-м, и я пулей вылетела из лифта. Но бабушка накричала на меня, что мы еще не доехали, и сказала заходить в темный и страшный лифт обратно. В итоге мы опять застряли, а могли бы сидеть уже дома. Приключения игрушек, забытых детьми в Америке. Приключения игрушек, забытых детьми в России. Да, все зачем-то на фаркоп раньше надевали там головы от кукол каких-нибудь. Такая крепота. И да, друзья, всем привет, меня зовут Алексей Сова, и сегодня у нас новая подборочка приколов. Поехали! Мечтаете об акуле из Икеи? У нас есть кое-что покруче. Свинья, наверное, тоже из Икеи. А, свинья с Алиэкспресс. Да тут целый набор свиней. Свинина, розовый, подушка, бекон, имитация, спальный диван, кресло, подарок, хрю. Во, вот сразу бы так сказали, стало бы понятно, что это Алиэкспресс, а то Икея, Икея. А ведь опция показать по убыванию цены, это ведь просто ради хохмы, просто посмотреть, какая роскошь имеется в наличии, да? Что-то на богатом. Впрочем, ничего нового не произошло. Я спокойно ложусь спать. Мой мозг. Топ-50 ошибок твоей жизни. Бездна, лучшие хиты. 2007. Иногда, чтобы стать классным и крутым, достаточно просто уехать туда, где тебя никто не знает, и чуток приврать. На заметку. Да не, на самом деле от себя не убежишь. Картошка. Добавляй меня во что угодно. Другие овощи. Если ты меня неправильно приготовишь, я буду очень невкусным. Кто пишет, морковка сладкая, соленая, острая, в супе, в соке. Только что заключил одну из самых выгодных сделок в своей жизни. Сдал на день рождения коллеге 200 рублей, а пирогов сожрал рублей на 800. Я всегда так делал. Прихожу на день рождения, там, если... собирают там, допустим, по 100 рублей, обязательно надо эти 100 рублей наесть, как минимум, а лучше больше. Ну, точнее, это не я так делал, это мой знакомый один, ну, неважно. Биологи обнаружили, что осьминоги просто так бьют рыб. Люлей бы кому-нибудь дать. Кто пишет, у них русские корни, у них просто много клешней, точнее, этих, как их там, лап. Щупальцев, во, щупальцев. Вроде все нормально, но что-то тут явно не так. Ума-тест. Наверное, это значит, что здесь надо что-то найти, да? А что не так-то? Что не так? А, вон на крыше спутниковая тарелка, ее там явно не должно быть. Хотя, если это современность, просто чуваки любят ретро-тачки, почему нет? Ну не знаю, можете поставить на паузу и поискать, что тут не так. Система против неадекватов и обоссуш. Муляж камеры. Если Netflix снимет сказку про Колобка. Понял, ладно. Конкурентов очень много. Юридически подкованная пенсионерка за вознаграждение доведет до истерики соседей и любую организацию письменно или по телефону. Квартира 27. Кто пишет, ах, вот чем я займусь на пенсии. А этот шедевр современного искусства из Барнаула задумывалась как символ заботы человека о природе, но деревце засохло и получилось еще символичнее. Вот дочери моей подруги на 8 лет подарили хомяка, а на утро у нее было уже 14 хомяков. Это был троянский хомяк.
Разнообразие цветов у машин спустя 30 лет. Грустно как-то. Да почему? Нормально. Просто все экономят. Белый цвет самый дешевый. За него доплачивать не надо. Стюарт самозабвенно рассказывает о технике безопасности при полете. Из всего этого мне походу поможет только нижняя правая картинка, когда надо просто орать. Здесь произошло важное решение. Галя, отмена, худеть не будем. Работает у друга пожилой сварщик со стеклянным глазом. Так вот, он стажеру сказал, в маске варят только лохи, смотри как надо. Здоровый глаз зажмуривает, а вторым смотрит. Ну, стажер и попробовал. Кажется, этот дед прикол этот не придумал, а узнал так же. Передал, так сказать, знания и опыт. Собака на улице. Здорово, слушайте сюда, я самый крутой пес на районе. Никто не может быть умнее и круче меня, привыкайте. Моя собака у окна. Это полное вранье, кто так сказал, а ну покажись, я думаю ты лузер. А звучит это все как просто. Оу-оу-оу-оу. Я устанавливаю 8 звездочек в качестве пароля. Хакер, не понимая почему, он не может увидеть мой пароль. Kia, no Kia. Ладно. Если вы в курсе, что это и зачем, вам пора на заслуженную пенсию. Ну да, в курсе, блин, вверху слева это от трансформатора, от сердечника трансформатора, потом дискета, потом тамагочи, потом кассетный плеер, потом этот, как его, пейджер, и потом картриджи для приставки. Нет, это не оператива. Не надо мне говорить, что диплом жизни никак не понадобится. Любовь — это когда она обиделась, но все равно приготовила кушать. Сволочь. Кто пишет это, скорее он приготовил. Я себе нашел очень хорошую квартирку. Гостиная, столовая, спальня, кабинет, и так удобно. Все в одной комнате. Пара фоток мопсов в одежде Эвоки, Звездные войны. Чтобы вы улыбнулись, как это мило, всем это понравилось. Я со своими 0% социальных навыков, когда нужно утешить человека. Держи. Мама vs папа. Я увидела это и сразу вспомнила о тебе, оно такое же теплое и яркое, как ты. Оно напоминает тебя. Чё? Помнишь, когда у тебя еще сколиоз был? Хе-хе, батя умеет поддержать. Важное напоминание, на данном фото вы видите человека без носа, неважно насколько вы красивы, ваша красота не будет полной без носа. Именно по этой причине у вашего носа есть специально отведенное место, у вас на лице, а не в чужих, блин, делах. Кто пишет, кто-то сует нос, а она еще и брови умудрилась. Это она, наверное, зажигалкой спалила их нечаянно. Сладкие булочки с пылу с жару. Больше на лепешки похоже. 9-летний я, имею мечты и надежды на будущее. 19-летний я, что случится, то случится. Сколько вам было лет, когда вы узнали, что проценты в прогнозе погоды показывают не процентную вероятность выпадения осадков, а процент площади населенного пункта, где 100% будут осадки? То есть, если вы видите в прогнозе вероятность осадков 30%, это говорит о 100% вероятности того, что дождь пойдет, но это произойдет на 30% территории. В только что лет, блин, да. Полезные вещи мы узнаем из мемов, друзья, поэтому подписывайтесь на канал. Не показывайте это моему отцу. Что это? О, нифига там механизм. Механик. Мы любим играть с женой в такую игру. Она обстоятельно рассказывает мне что-то полчаса, а потом неожиданно спрашивает мое мнение на этот счет, и я должен хотя бы примерно угадать, о чем идет речь. Вот же блин, да, частенько такое бывает. Комната-кровать. Ничего идеальнее я не видел. Кто пишет, и убираться не надо. Да конечно, а заправлять ее, наверное, то еще удовольствие. Собаку, которую выбросила из машины в аварии, нашли пасущий овец. Это немного, но это честная работа. Кто пишет, ему повезло, что пошел на специальность пасти овец, а не кусать людей. Напиши 60 страниц диплома, потом перескажи его на 6 страницах для людей, которые будут читать только выводы. Потом перескажи это все опять, но уже на 3 страницы для защиты. Чтоб потом работать на кассе в пятерочке. Грустная история, но все через это проходят. Можешь идти на пенсию, если помнишь этот вкус. Кислинка, у нас была шипучка. Кто пишет, я, который помнит шипучку, да-да-да. Миша? Михаил? Зубенко Михаил Петрович. Собачья хитрость номер 68. Выбросить мячик на улицу и ждать, пока кто-нибудь его тебе кинет обратно. Давайте на минуту остановимся и обсудим действительно важные вопросы. Например, почему Железногорск до сих пор не притянулся к Магнитогорску? Кто пишет, это из-за поселка Электроизолятор, конечно. Поселок Электроизолятор.
Не покидает ощущение, что я по соционике Бильбо Бэггинс. Я либо годами сижу дома, либо фигачу 400 тысяч шагов одним заходом. Это правда, я недавно проходил через весь Ростов поперек и потом еще проходил через весь Ростов вдоль, туда и обратно. Самое большое было вот вдоль пройти Ростов туда и обратно, я прошел за один день 35 тысяч шагов, ну то есть там чуть больше 30 километров. У меня просто есть друг Хоббит, который любит ходить далеко. Друг работает на заводе, так вот, недавно он отрезал там палец. Знаете, что он при этом сказал? Что? Слава богу, не себе. Никто, итальянец, согласившийся с тобой. Си. Не выгуливайте на газоне собак, дети кушают какашки. Дети. Наконец-то нормальная еда. Так следите, блин, за своими детьми, чтоб они не кушали какашки. Но собак на газоне выгуливать тоже не надо. Либо собирайте за ними какашки. И за детьми тоже. Сегодня я познакомилась на речке с людьми, у которых ночью сгорел дом. Но они все равно пришли купаться. Дом-то уже сгорел, что теперь, не купаться что ли? Действительно. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. И лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и зацените другие мои видосы. Также предзаказывайте нашу с Аленой книгу, которая называется «Привет, мир». Книга в жанре фантастика. Фантастика про искусственный интеллект и очень интересно, а еще ее можно получить со скидкой в 15% на Book24 по промокоду СКОРО. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока.